В Нижнем Тагиле автобус сбил 16-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Школьница получила травму головы. Водитель автобуса заявил инспекторам, что не заметил девушку, так как она резко выбежала на дорогу. На него составили административный материал за непредоставление преимущества пешеходу. Уважаемые автолюбители, при пересечении пешеходного перехода обязательно снижайте скорость и предоставляйте преимущество движения пешеходам.